Ну вот и тоже Ленин как-то тоже он. Тоже там писал какой-то декрет о мире, наверное. Там эта хозяйка принесла ему чая на блюдечке, там, сахарочку. Ну, покушать, потому что человек же работает постоянно. Вот, вот он. Вот, а кусочки, она, это, оно же, это как, белое же сало, белое. Там сахар был и сало было. Да, вот. И тут это... Вот к нему кто-то пришел. Ну, там просить слово что-то такое, ну, которое они, ну, не знали. Раньше же крестьянин это как бы всегда помощь просил у образованных людей. Ну, и вот к этому пленину зашел. Ну, вот он вот так. А у них это, у крестьянина не было... У крестьяне же не было вот это сахара. У них сало всегда было. Да. И вот он, вот и чудо. У него в чашке такой белый. Да. Потом он спрашивает, а что это у вас такое в тарелке? А ну, Ленин, сало, он говорит, и в Африке сало, да. Крестьянин так ушел от него, ничего не понял, да, короче, да. Вот крестьянин ушел, хотел про тот спросить, а у него у крестьянина свое сало же есть. А что он так сказал? Ну вот этот крестьянин до сих пор вот сейчас думает, вот это сало есть, оно и сало в Африке. Вот он не может поднять до сих пор этот крестьянин. Так он, этот крестьянин, потом умер, так и не он не понял этого смысла. Да. Вот и все, да. Вот так. А он хотел так сахару этого крестьянина. Поесть этого сахара. Ну, тут он, Ленин, так выразился, на, и вот, ну, все это такое, ну, до сих пор вот эта загадка осталась, хотя ее не, ну, не могут пока еще разгадать, что это такое, на, было, на. Там вся деревня гадала, мужики гадали, на, ну, никто не мог понять, что к чему там. Ну, и как это, в общем, эта деревня, она же, в деревне же, сами знаете, мужики, они... Лапотники раньше были, они этого не понимали, даже слова, что... Может, он говорит, что-то хорошее хотел сказать, ну, может, это хорошее было, в общем... Ну, у них там был старшой тоже. Потом в народе как пошло вот это, и вот... Когда мужик ест это сало, вот, например, и вот там кто-нибудь подходит, мужик какой-нибудь, мол... Дай кусочек сала.